Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Посмотрите, какую красоту я купила. Мы с вами готовили уже суп. Летний борщ или суп из ботвы и молодой свеклы. А сегодня мы приготовим чипсы. Что нам надо? Противень. Пергаментная бумага. Здесь, видите, я уже сушила, поэтому берем листики. Я их хорошо промыла. Немножко просушить. И раскладываем по пергаменту. Духовка где-то 120 градусов. Вы увидите, у меня с обдувом. Сушится очень быстро. Не пересушите. Тогда они поменяют цвет. Примерно, ну не знаю, минут 15 от силы. Ну, смотря какая у вас духовка. Так, я разложила листики. Вот. Добавляем соль. И свежемолотый перец. И пару капель оливкового или растительного масла. Все, ставим в духовку. Вы увидите, температура 120-130, 15-20 минут. Вы же знаете, у меня кухня волшебная. Поэтому я хочу вам показать, что получается. Посмотрите, чипсы. Вот видите, где попало больше масла, видите, оно же стекает немножко. Посмотрите, какие красивые. Давайте попробуем. Вы знаете? Сейчас вам скажу, пока у вас есть время подписаться на мой канал, такой вкус свеклы, немножко перчик и растительное масло. Все оно так слышно, знаете, такое сухое. Если подать на стол гостям, я думаю, они будут удивлены. Посмотрите на эту красоту. Не надо выкидывать. Или, как говорит мой муж, это надо скотине отдавать. Мы с вами это сами скушаем. Вкусно и просто. Великолепные чипсы за 15 минут. Всем пока и до новых встреч!